Я своей бабушке передаю привет. Еще мы учимся на городском кадастре, никто не знает, что это такое. И у нас сопромата нету. В общем, все прекрасно, жизнь прекрасна, и это самое главное в жизни. Передаю всем привет, кто меня знает, всем тем, кто учится в Южноуральском государственном университете, и особенно тем, кто учится в моей группе ПС-167. Привет!